Я должен победить. Я хочу победить. Не дано другого. Внутри себя я говорю сам себе: Илиадис, ты должен победить. Нет другого шанса. Здесь нет другого пути. Ты должен победить. Все ждут того момента на соревнованиях, когда Илиадис сделает это снова. На самом деле, я готов к этому соревнованию. В Париже я люблю бороться. Потому что этот зал, это мой любимый зал. Людям нравится, когда я выигрываю, и они приходят все больше и больше. Я становлюсь никем, когда я снова борюсь на соревнованиях. Это сложно для некоторых спортсменов. Когда ты олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, и ты выходишь на соревнования, и тебе необходимо удержать свой титул. Это снова Илиадис, олимпийский чемпион 2004, чемпион мира прошлого года. И сейчас все в ожидании. Какой сильный вход на бросок через спину. Просто посмотрите на это. Какая мощь, какая амплитуда, какая невероятная энергия. Илиадис, о, какая техника! Блестящее исполнение. Просто взгляните на невероятную реакцию и работу руками. Это будет бросок через грудь. Да, это случилось. Илиадис выходит в финал. Болельщики, для меня это очень важно. Потому что когда я борюсь во всех поединках, я получаю от них большую энергию. Так что это очень важно для меня. Я должен победить. Я могу победить. Илиадис, ты должен победить.
Нет другого шанса. Ты должен победить. Ильяди взял свой захват сверху. Нишияма Оучигари, сейчас он может сделать это. Ильядис, о, это снова сделано. Это блестяще. Он встает, чтобы праздновать победу. Ильядис, абсолютный победитель. Он демонстрировал это весь день. Ильядис, это суперзвезда. Это на самом деле фантастика. Я не знаю, но когда ты борешься с японцем и ты побеждаешь с японом, это реально фантастика. Итак, для меня это история, я так думаю. Я должен победить.